К другим темам. Май месяц принесет ряд новшеств. Меняются госпошлины. С 4 мая меняются государственные пошлины за обращение в суд. При подаче кассационной жалобы на судебный приказ платить придется лишь половину госпошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера. А всю сумму полностью предстоит вносить тем, кто подает надзорную жалобу. Перевод денег за границу станет труднее. С 5 мая перевести деньги из России человеку, который живет в другой стране, станет сложнее. Об этом говорится в федеральном законе о национальной платежной системе. Правда, сложности возникнут только в том случае, если иностранное государство введет запрет в отношении российских платежных систем. Так как документ в этом случае обязывает делать перевод за границу только через оператора, который подконтролен российскому юридическому лицу. На упаковках напишут, из чего они сделаны. С 21 мая повышаются требования к упаковкам, в которых хранятся продукты питания. Пристальное внимание будет уделено упаковкам с детским питанием. Такие изменения внесены в технический регламент Таможенного союза о безопасности упаковки. Дачников занесут в реестр. До конца мая садоводческие, огороднические и дачные товарищества обязаны создать реестры своих членов. От этого официального документа, изменения в который вносятся по строгой процедуре, будет зависеть законность решений общих собраний дачных организаций, в том числе и по размеру взносов. На них должен быть обеспечен кворум 50% плюс один человек от списка в реестре.